И очередная спецоперация от госавтоинспекции. На территории Запорожской области проводятся профилактические мероприятия по проверке номеров транспортных средств. Подробности в следующем сюжете. В городе и области сотрудниками ГАИ проводится операция «Номерной знак», рассказали нам в городском отделе госавтоинспекции. Это вызвано резким увеличением количества транспортных средств с умышленно скрытыми номерными знаками, либо с их отсутствием. Сотрудники ГАИ подчеркивают, операция проводится с профилактической целью, чтобы напомнить водителям об административной ответственности за такие нарушения. В случае, если водитель в дальнейшем будет игнорировать требования инспекторов, ему будет выписан штраф. Если это нарушение допущено первый раз в течение года, предусмотрено в виде штрафа от 170 до 255 гривен. Штраф накладывает инспектор дорожно-патрульной службы. Значит, при повторе данного нарушения в течение года, тут материал передается в суд, где выносится постановление, там уже штраф у нас предусмотрен от 255 до 340 гривен. Сотрудники ГАИ напоминают водителям, что согласно правилам дорожного движения, номерной знак на автомобиле должен рассматриваться с расстояния 20 метров.